ходе всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства 2023 года на единой федеральной платформе za.городсреда.ру у Ленец-Кузнечан есть для выбора 4 общественные территории. Напоминаем, что в конкурсе участвуют 4 объекта нашего города. Это Пионерский парк, сквер Мартовского восстания, сквер по бульвару Химиков и сквер Трудовой доблести. Проголосовать за территорию можно было с 26 апреля на единой федеральной платформе za.городсреда.ру или при помощи волонтеров. Активисты посещали предприятия и организации. Помогали ленинск-кузнечанам выбрать объект по благоустройству. Хочется поблагодарить и сотрудников, специалистов образования, социальной защиты, спортуправления и культуры. Огромное вам спасибо. Отдельные слова благодарности СОЭК региону за организацию данного голосования. Те, кто еще не успел, просьба, проголосуйте. На данный момент лидирует у нас Пионерский парк. Очень много голосов было именно через приложение с помощью волонтеров. По предварительным данным, места распределились следующим образом. Сквер Мартовского восстания набрал 166 голосов. Сквер Трудовой доблести и воинской славы у ЦДК 186. 583 ленинск-кузнечанина отдали свой голос скверу по бульвару Химиков. А в лидерах Пионерский парк. Это общественное пространство для благоустройства выбрали 11 664 человека. До окончания голосования еще 3 дня. Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.